здесь палка уже теряет свои те свойства, которые она имеет здесь на этой дистанции. Поэтому лезть, ну, как многие привыкли куда-то бороться, ну, смысла нет, в общем, того, что зачем туда палку. Или что придется жить в эту сторону. Может так получиться, что вы видите, что человека в эту сторону. Вы хотели, чтобы палку ударить, вот так, близить. Но он делает своим носом вам в лоб, что я видел. Да? Поэтому делать это нужно под углом. Если это нужно под углом, то давите, ну ничего. Даже близко, на близкой контакте ничего не происходит. Но когда мы даже пошли в ближний год, например, мне ударили, я закрыл, у меня не палка не рабочая, я его отсюда беру, у него нос обязательно сломает с этим полкой. Будете здесь вперед, и обязательно меня ударят. Поэтому мне когда палка была перепалена, я беру сюда. И вот я, если даже сюда вот сутку, вот видите, сюда вот проваливаю. Мимо меня. То есть даже сюда отсюда идет. Затылок, да? А потом уже пункта, удары такого типа. Вот, удары сюда, и сюда он упал сразу у вас. После такого попадания. Он не свалился сразу. То здесь нужно все время помнить, что ноги должны брать такой угол перед человеком. Вот. Он уже руками, не забывайте, попали. И все. Теперь малыш раз, и из умный то вот так. Понимаете, так быстрее. А потом уже следующий удар, вот так. Вы можете помнить, что еще вторая удар. Да, поэтому когда вы парируете этот удар, вот так как видишь, что даже если рукой двигается, если вы палкой уберете, и вот он кистевой этот удар, бам! И он только собакивается, только постоянно пульт, да видите, встречается. Удар короче, то есть медленнее. Бам! А уже следующий удар в ногу. Здесь, в затылок, здесь. Видите?